Так, соль, стакан муки, одно яйцо. Друзья, всех приветствую на канале, всем здравствуйте. У меня, девочки, процесс идет здесь приготовление, в общем, домашней лапши. У меня варится курятинка домашняя. Домашняя курятинка. Так, стаканчик муки, одно яйцо. Что-то так захотелось домашней лапшички. Так, немножко посолим. Так, зря я сюда муки-то насыпала. Нам надо стакан воды сюда. Сейчас мы вот так вот это все сделаем немножко. Вот так. Вот так, вот так. И добавим сюда стаканчик воды. Такой тепленькой добавлю. И замешаем. Замешаем. Вот так. Да, рисуйте, молодцы. Нарисовала, ага. Молодец, молодец. Так, сейчас будем смотреть, подсыпать мучки и готовить тесто на лапшу. Ну вот еще сейчас добавим муки. Добавляем еще муки. Такое у меня ситечко нарочничное, но ничего. Самое главное, мука просеянная. Ну вот, я думаю, что сейчас будет достаточно. Замешаем тесто. Вот, а ребятишки пока заняты. Я решила тут быстренько сделать. Еще немножко надо подсыпать. Мяско уже варится давненько. Так что надо, говорю, скорее уже приготовить лапшичку домашнюю. Давно не делали. Я раньше как-то делала сама. А потом все покупную брали. Оно же, девочки, легче купить все. Сходил и купил. А свое домашнее что? Надо время затратить. Ну вот, пока дети тут у меня рисуют. Ну, что заморал, пальчики вымоешь? Вот, мама сейчас тесто сделает. Папа у нас на работе. Даня в школе. А мы здесь занимаемся. Вот сейчас. Я думаю, достаточно будет. Получится ни много, ни мало. Нормально будет. Такой вот комочек получается. Так, я пока отключусь, буду так вот его наминать. Потом дальше включусь. Так, мы сейчас будем раскатывать. Ой-ой-ой-ой, девочки, огромное вам всем спасибо хочу сказать за то, что вы со мной, за то, что вы смотрите нас, пишите комментарии свои. Огромное-огромное спасибо за пожелания ваши, за теплые слова, кто пишет. Так, разделим вот так пополам. Разделим пополам. И будем скалочкой раскатывать наши вот эти лепешки. Так, одну сторону уберем. Я здесь сразу приготовила сковородку. Я сейчас наши лепешечки раскатаю, отправлю их на противень. В духовку разогретую. А тем временем буду делать поджарку, зажарочку. У меня есть одна морковка со вчерашнего дня. Вчера морковку чистила как раз на супчик. И вот будет у нас
лапша домашняя, гречка. Гречку уже сварила, гречка с фрикадельками. Вот, надо хорошенечко сейчас раскатать. Духовочку я уже включила. Поставила туда противни. Так, муки, наверное, что еще. Что, моя хорошая? Ты уже нарисовалась? Ой, художница ты моя. Подожди маленько, как раз мама сейчас вот так вот здесь уже доделывает. Какая у нас будет лапша-то домашняя, вкусная. Так, ну-ка давай-ка еще мучки-то притрясем маленько. Духовку отправляем. Так, и следующую также мы раскатаем сейчас. Так, лучок, морковка у меня уже поджаривается. Каких пирогов, сына? Так, здесь у меня вот так вообще. Вот такая вот у меня получится лапша. Надо было потоньше. Подождите маленько, дети. Потоньше немножко делать. Толстоватая получается. В общем, так вот делаю. Нарезать буду сейчас. Сейчас, моя хорошая. Вот такая у меня здесь лапша получается. Не успеваю дорезать. В общем, тороплюсь, потому что Ева капризы устраивает. Спать, видать, захотела. Рано проснулись. Так что, вот. Не тонкая, не толстая. В общем, пойдет. Нормально. Шло время отправлять нашу лапшичку. Здесь у нас такой вот бульончик. Бульончик. Мяско от косточки стало отделяться. У меня был окорочок. Не стала я много мяса делать, потому что мяско куриное домашнее. Я его много не делаю. Зажарка у меня тоже практически без масла. Я ее чуть-чуть, в общем, подтушила. Но я думаю, что все достаточно на супчик. Сейчас у нас все это поварится. Ты что, моя сладкая, поварится, и мы потом добавим зелени, укропчика. А это уберем сейчас на следующую. Лапшу на следующую уберем в коробочку. Такая у меня здесь вот есть коробочка из-под лапшички. Как? Убери ручки-то, не трогай. Ну вот, как раз получается полная коробочка. А вот такая вот лапшичка, почти один в один. Я ее покупала у нас в этом, кто называется? Ева, беги играй. Мама покупала такую лапшичку, полкило. 99 рублей вроде. Но вот такая это у меня из монетки была. Тоже не, ну, не домашняя, конечно. Ну, что порой не всегда делаем домашнюю. Я, девочки, давно не делала. В общем, так получается у нас еще на один суп. И здесь у меня немножко осталось. Сейчас мне надо дорезать. А тесто со вчерашнего дня. Я вчера не стала стряпать эти, кто они называются, так, девочки. Тыквенные чебуреки. Вот, потому что покушали, я говорю, я не буду уже на нас жарить. Кто будет есть? Никто. В общем, как-то так. Так что сейчас еще и чебуреков нажарю из тыквы. Обязательно кладу лавровый листик. Сейчас закрою крышкой. Все уже у меня почти готово. Добавила укропчику немножко. Ну и все. Лапша у нас. Такая прям получается вкусно. Вкусно будет. Обед у нас наступил. Сейчас положим салатничек капустки квашеной. Ребятишек кормлю. Лапшичка. День хороший, да? Капустки сейчас мы положим.
Наша капуста, девочки, это второй, наверное, засол. А нет, первый. Первый был по кулечкам разложен. А второй у нас в этом... Сидите спокойно. В кастрюле, в общем. Кастрюля застывшая. Мы ее пока не заносим, потому что вот первый засол вот так... Саша тут ведерко положил. Это последний был кулечек наш замороженный. Придется заносить кастрюлю, тоже надо занести. И по кулечкам ее... Ну, в общем, как-то так. Капусту мы едим с удовольствием. Саша на работу берет всегда. Соленья. Вчера вечером кашка в контейнер положил себе огурчика, капустки вот такой вот. Тоже очень ему нравится. Так что вот, сейчас будем кушать. Малышей накормила. Сейчас буду жарить тыквенные чебуреки и лапшу еще убрать. Здесь у меня подрезала еще немножко. Еще такая получилась вкусная, кстати, лапша. Сегодня у нас домашняя своя. Так что продолжаю заниматься. Сейчас все это сделаю. И сама пообедаю чуть-чуть попозже. Делаю тыквенные чебуреки. Спрашивали, девочки, у меня рецепт теста моего. Кто-то мне все время советует сделать тесто по вашему рецепту. Заварное. Девочки, я делаю тесто. Мука, соль и кипяток. Всегда так делаю, и мне нравится вот такое тесто у меня обычное. Получается, стряпаю пельмени, стряпаю манты, стряпаю чебуреки на этом тесте. Вот, так что спасибо, конечно, что вы там рекомендуете, даете советы. Спасибо вам большое. Я так всегда делаю, мне так удобно. Никакие яйца я не добавляю. Просто мука, соль и водичка горячая из чайника, ну, чтобы рука терпела. Вот, так что как-то так. Вот. Чебуреки. Ну, такие вот они у меня получаются. Прекрасно. Очень вкусненько. И отлично. Кто как любит. Тут писали, девочки, что надо добавлять тыкву, мясо, фарш там. Не делаю я. Я не люблю сочетание мяса с тыквой. Тыква это тыква, а мясо это мясо. Мне нравится все по отдельности. Здесь у меня просто тыква, натертая на терке. Лук тоже на терочке. И делаю соль, перец. Все, достаточно. Пропекается все замечательно. Тыква превращается в пюре. И очень вкусно. Очень, девочки, вкусно. Саше тоже очень нравится. Он вчера думал, что я пожарю. Но, в общем, вчера мы не пожарили. Ну, было что покушать. Так что, как-то так. Вот такие чебуречки получились у меня. Так, ну что, наконец-то у меня обед, девочки. Обед не по расписанию. Вот я сегодня как с утра начала, так и только-только закончила, в общем. Наконец-то уже ножки гудят. Хотела с сухариками, но сухарики мы уберем в сторонку. Будем чебурек кушать. Мне приятного аппетита. Кто за столом, приятного аппетита. Лапша домашняя, гречка отварная. Детям гречка была с ежиками. У меня немножко мяса от рульки оставалось. В общем, я его так порезала. Капуста квашеная, огурцы маринованные. Приятного аппетита. На, свой супик. Все. Ой, мама только присела. Детей накормила, а им повторно подавать. Супику захотела. Да, супик с сухариками. Ну и что мне тебя кормить сейчас? А как маме поесть? Пирожок надо. Да он горячий, дочь. Давай будем пробовать. Пирожок будем пробовать. Они горячие, очень горячие. Горячие, только с пылу, с жару. Чебуречки. Обожаю этот запах, этот вкус. Давай вот так положу сюда, пусть тебе остывает. Подожди маленько. Можно мне поесть? Я вас накормила, с вами поиграла, жарила эти чебуреки. Все, девочки, я уже подустала что-то. Потому что время-то у меня нифига не обед. Это уже получается ужин. Потому что... Не в раз вот это все. Чаю. Пока делаешь. Чаю надо. Господи, дай поесть. Утром у нас был
Геркулес отварной. Кто мне пишет, тебе надо кушать геркулес? Я ем, девочки, геркулес. Я люблю его, кстати. Чай пью, да. У меня компот на обед. Угу, сейчас подожди, дашь. Посмотрю, хоть сколько время. А время начала 6-го. Девочки, 17:13. И мою чашку загляну. Так что. Беги поиграй. Я спокойно поем. Я уже даже так есть-то вот как бы не это. Не сильно хочу. А кушать надо. Надо лапшу похлебать. Нашу вкусную лапшу. Легко и просто, девочки. Я ее даже греть не стала, она у меня такая. Мама. Я обычно люблю горячую. Мама. Кушай сама. Давай сама учись кушать. Все. А то у мамы вот так вот хочется навалиться. Мама. Да. На улицу не сходишь. Вот после такой готовки, девочки, вроде что такого сделала, да? Лапшу, тесто замесила. Получается... Подготовишь туда-сюда, тут посуду лишнюю убираешь, противень в духовку отправляешь, один, второй, третий. И ничего такого вроде, да, лапшичку сварила поскоренько, мясо заранее варилось, оно у меня разварилось капитально. Вкусный супчик-то получился. Очень вкусный. Надо не торопясь, так потихоньку. Да, обычно надо торопясь, все. Все торопишься, все кругом бегом. А то боишься, тут закричат, там закричат. То одному то что-то надо, то другому что-то надо. Ну, бери огурчик, бери. Вы хорошо поели. Гречку поели с ежиком. Супчик покушала. Ну, держи вот огурчик. Держи. Да. Угу. Любит огурцы. Угу. Вот так, девочки, в общем. О, попрощаюсь на этом. Скажу вам всем огромное спасибо, что вы с нами смотрите нас, пишете, девчонки. Огромное всем спасибо. Я обычно люблю горячую рульку, когда она только сварилась. Но в этот раз даже холодная такая. Очень вкусная получилась рулька. Ну, мы рульку обычно едим. Саша ест, ну и я ем. У меня в этот раз была рыба. Саша ел мясо, я ела рыбу. Как-то так. Капусту надо, девочки, есть обязательно. Девочки, пишите, какие у вас обеды. А то мне постоянно пишут, все подряд, как все подряд. На обед суп, второе, компот. Как обычно. Простой, обычный обед. Я не знаю, как у вас. Вы, может, одно второе съедаете, может, один какой-нибудь бульончик хлебаете, не знаю. Раз я хлеб не ем, сухари, потому что пирожки... Пирожки-то какие вкусные. Так что с пирогом. У тебя вот пирожок стынет. Угу. Угу. Да. Обязательно салат делают на обед. Но у меня вместо салата квашеная капуста. Горячий еще. Мама. Мамина ты, дочь. Мамина.